порядка. ОПП, ОПРТА, Сусек, Пулислава. Урал, Антосын, Парам, Алай, Ялтакова. Гульсын ханым. Гульсын ханым, мен сіз екен оқыттыңыз. Вот. Екен курсы, анда неге нәрсе, неге помещение таларға. Біздің татардың бірдене помещениесі жоқ, анда 30 кішіні сен квартирға кептермесін дейді оқырға. Шағы бастан да Исмаил паркындан да бағдаладың летний, то это самый Виган Герандас, но он дал кошелек, он дал указы Берсе курсы. Он не кинши курсы, не от того, как бы задействовать свои, сам, свои связи. И Бердар, Мектеп, на Бермарске. Бермарская Мектеп, он был тогда казаклой, Мектеп, Бердар, меня очкосно, ол біз шелдар базар кәдейі якшанды кімін тәйіз. Ашқыз бәр мен келіп ашам да, анан біз бітіргеш отларды сөндіреміз де, ішеген беттіміз де кетіп шығып кетейді. Анда ол вақытта бір дейді старазы йог еді мәктеплерді. Түрі дейді, бір дейді, и мәне сол мәктепті әйтем дейді ол вақытта да дейді сұрап өлді. Ara kıyasın tekrarda yabasın da gidersin. Hadi bir şey var. Daha sonra postlarda oralar kaldı. O kutta Mersin kanalında. Mersin kanalında mesaj karşılaştı. Я затронул несколько тем, не знаю, получится ли, потому что эти темы, их нужно целый курс считать в течение, может быть, года. Но за один раз только кусочками. Так, краткая биография. Родился в Ленинграде в 1937 году. В 1938 переехали в Ташкент. Отец военный востоковед. Там и университет, значит, закончил. Был направлен в аспирантуру в Москву. Здесь стал сначала кандидатом, потом доктором. И по этой академической лестнице дошел до главного научного сотрудника. По-прежнему работаем с Раисой Маликовной в этом институте востоковедения. Ну, работа, конечно, непростая, учитывая то, что симпатии западные, прозападные и так далее, они превалируют здесь. И нас мало. Но мы придерживаемся все равно своих национальных и объективных принципов. Вот. Это как раз нашей работой и сказывается. Теперь насчет общественной деятельности. Мухаммад Афанди уже осветил, что с Гульсум ханом мы начали это, когда перестройка пошла, начали на старо-татарском языке преподавать старой графикой, арабской графикой, что получилось. Потом был организован Московский татарский общественный центр. Он проработал где-то 10 лет, потому что из министерства уже появился замминистра. В суд стали вызывать, подтвердите, что вы имеете право продолжать вашу деятельность. А так как в финансовом отношении никто не присоединялся, то мы сосредоточились только на открытии татарской школы. Она была открыта, там профессиональные преподаватели, прекрасный и директор, но мы проиграли во время этого МТОЦа, что? МТОЦ – это все-таки национальная, социально-общественная организация. Мы хотели выдвинуть депутатов в Моссовет, когда там был такой глава Моссовета Николай Николаевич Гончар, мы сказали, давайте от общины мы выберем наших депутатов. Как это? Это же не демократично!
как-то вы узким кругом. Я ему говорю, вы знаете, когда видит нашу фамилию, вот, и биографию, то кто будет за нас, даже последний пьяница не будет за нас отдавать голос. И поэтому действительно те, которые, значит, пошли по общему списку, никого так и не выбрали. Так что в этом, да, сказали, что вот культурная автономия, пожалуйста, но культурная автономия – это гораздо лучше, уже сосредоточиться на культуре, и все. А депутаты, а что такое депутатство было бы? Там какой-то процент бюджета мы имели право поставить вопрос. Все-таки мы трудяги Москвы и вкладываем московский продукт, свои финансы, свои налоги и так далее. Это не получилось. Мы проиграли в какой-то степени, но из-за того, что и в школе, школа новенькая, прекрасная, построена, прекрасные преподаватели, то, что факультативное преподавание татарского языка. Это что-то они, значит, боятся, что ли, власти. Вот. Тот, кто получил бы там татарский язык не на таком уровне, на каком мы, значит, побираясь где-то приобретали, то были какие-то кадры. Вот то, что сейчас в Казани, и то там тоже свои трудности появились, что, значит, русское население не хочет, значит, изучать язык, предпочитает западный. Но это я помню еще по Ташкенту, когда там узбекский язык преподавали, никто так и не освоил его. Даже я немножко, значит, плохо знал, и то получил пятерку, а остальные вообще не знали. Двух слов связать не могли, а это была республика союзная. А сейчас государство, прекрасный фильм «Синодия», как раз идет по четвертой программе на телевидении об Узбекистане, сравнительно. Но это коротко. Теперь, мы же этнически, если подходить к нашему народу, с русскими мы, можно сказать, мы родственники одного генофонда. Это сейчас ученые приходят к этому выводу. Уже публикуются монографии, что хотя пропагандисты националистического толка, русского толка, они заявляют не славяне, не арийцы, там скифы, славяне, западные. Вот на чем строится. Мы нашли двух женщин, одна из Аргентины, вышла замуж за царя или как-то присоединили. Вторая куда-то во Францию когда-то отправлялась. Мы забыли о том, что эти родственники в течение тысячелетия вместе формировали отдельное, то есть сразу разошелся на религиозной основе, причем сразу раньше пришел даже сюда. И даже по данным Баскаков, будет такой же стакадет, Николай или Владимир Александрович, он писал, где-то около 500 дворянских фамилий татарского тюркского происхождения. Ну, где монографии были, так что мы сейчас следим, что большинство, многие фамилии, которые сейчас присутствуют в списке в России, они тюркского происхождения. Дети из западного, конечно, происходят, но они со славянами связаны намного слабее, чем вот с угро-тюркским населением.
не угро-финские, а угро-тюркские. Угро-тюркские. Вот. Да, автохтонное население Москвы же это угорское население. Тюркское. Угорский. Начало угорский, а потом уже, ну потом смесь уже пошла, это ясно. Поэтому вы думаете, кто защищал Россию в течение веков? Это вот это объединенное население, это русские вчерашние. Вчерашние тюрки и угры, и местное население. Так во всех войнах. Посмотрите документальные фильмы о Великой Отечественной войне, Второй войне. Там же очень много рассказов. А кинофильмы сейчас ставят сценаристы и так далее. Там совсем другой. Народ, оказывается, воевал, там Аркадий, Борисов и прочие, Семёны и так далее. И, конечно, умные люди, но в этом отношении, хотя у нас очень много талантливых, мы же, как и русские, трудящийся народ европейского типа, это как потомки уже от Великой Китайской стены в свое время, значит, шло великое переселение народов. Там в Америку сначала 30 тысяч лет, а уже позднее, это Бунское, вплоть до Средней Европы. Там основались это аттилы, венгры и здесь вот уже Восточная Европа и Сибирь. Это вот этот вопрос, о нем тоже можно долго рассказывать, когда происходил переход из, значит, центра тяжести, когда правящие круги России переориентировались с Великой Тартарии, так называемой, так Запад называл Великой Тартарии. Это искусственное слово, и мы тоже нация, мы также носим, хотя это название, но сейчас даже в РЕН-ТВ некоторые ученые как раз раскрывают эту тематику. Вот. Правящие круги, особенно в 18-19 веках, в сопровождении аппарата идеолога. Но историки, как тут вот пишутся, вот Лев Агни, вы можете по интернету посмотреть, что здесь об историках, как о классе он пишет, что они призваны обслуживать правящую власть. Что это, по сути дела, не является наукой. Хотя с претензией умные люди пишут красиво, но это политическая дисциплина. И он пишет о том, что нужно сейчас решать проблемы, чтобы освободиться от этого грязного научного жилья в столице и в других местах России. Но сделать это очень сложно, потому что в правящих кругах много находится, как две реакционные силы. Это черносотенцы, так и сионисты. Они вместе работают для раскола российского общества. Два крыла, сионисты и черносотенцы. Да, несмотря на противоречия. Сейчас политическая ситуация в мире сложилась так, что
образовалось по-прежнему 3-4 центра. Это Соединенные Штаты Америки, англосаксонский потенциал, враждебный всему миру, самый злобный, можно так сказать, больше всего крови на мире. Затем монголоидный Китай, Япония, все эти драконы-тигры, Европа, но она послабее, и вот Россия. Вот. И стоит задача для того, чтобы не поддаться подавлению. Давление мощное с востока, конечно, будет в ближайшие десятилетия. И с запада, чтобы под НАТО поднять и так далее. Вот тут опять встает вопрос, чтобы было единство этого этноса, единого российского этноса. Это русские, там тюрки, угры и так далее. Конечно, и соответственно, и славянский потенциал. Ну, надо брать все вместе, потому что... Татарва? Ну, татары-то они как раз остатки, можно сказать, остатки от русского населения, где они разбавились. В советское время даже публиковалась статистика, что татары наименее сопротивляющиеся часть межэтническим браком. У нас много выходило замуж и женилось на представителей другой национальности. Вот, к примеру, я в Узбекистане был. Узбеки, они брали на первых порах татарок, потому что они светлые и так далее, отличие от этих лун и прочее. Вот, а потом возвращались, и они не уезжали. И только сейчас, когда много рожается население, а правящие там круги, это кланы, они не считаются, можно сказать, как следует со своим народом. Присвоит. Каримов всё закончилось. Вот, и поэтому от нищеты они едут сюда зарабатывать в России. И здесь мы благодарны должны быть, потому что во время войны, и мне приходилось это наблюдать, что Ташкент, то есть Узбекистан, принял всех из России. И кормил, и так далее. Это очень длинный разговор. Далее. Значит, о нашей письменности, нашей литературе. Литература у нас была еще до ислама. У нас была древнетюркская литература, татарская литература, условно татарская, тогда мы булгары были и прочее. У нас была письменность, хроническая письменность. В начале 90-х годов я взялся было за эту проблематику, но всего невозможно освоить. Нужно на чем-то сосредотачиваться. Вот я составил «Волк» — это тотем наш, почему он присутствует, это я чуть попозже скажу. Вот эта таблица всех шрифтов, которые мы используем. Это кириллистическая латиница. Это какая из них еще раз? Кириллица первая. Первая кириллица. Первая кириллица. Это русская. Вот. Так, латиница. Ну, в Татарстане пытались было на латинский перейти, не получилось, но все-таки у нас есть литература 30-х годов, когда
латиницы выходила наша литература. Так? Третье. Это арабо-персидская. Так, графика. Но это до 29-го года использовалась у нас. Это и в царское время, и первые годы при советской власти. Затем, а вот это уже древнетюркский рунический щит. Рунический. Архоно-Енисейский, Козласовые, там многие писали, особенно сейчас сосредоточены на этом казахи. Их ученые сильнее, не шире они занимаются. Вот. Это к какой территории относится? Руника. Как? Она относится и к нам. Кубратхан. Да, он использовал эту графику. То, что перешло, его сыновья привезли в Поволжье, но памятники сосредоточены в основном в Средней Азии, в Центральной Азии, в Сибири и так далее. Многие ученые уже писали для Шторма. Перечислять их много нужно, Плетнёва и так далее. Наши ученые востоковеды Бартельды там были и так далее. Вот я составил эту таблицу, она у меня цветная, но так как это дорого стоит, то я сделал только одни учебники. Что? Распространение не получилось. Нет, это пока что, можно сказать, академический интерес представляю. Я для чего вам говорю, что у нас письменность, она была издревле, да. И литература была издревле. И здесь не только вот русские цифры, буквы, но и вот эти А, У, У, Дж, да, Инг, И, Х и так далее. Они тоже. Теперь о тотеме. Ну, легенд очень много. Волчица вскормила царевича и родила от него, значит, наши племена. Но нужно гораздо шире, что ли, расширять эту легендарную проблематику. Лучше всего волчица влюбилась в Тангри. Это бог солнца, неба и так далее. Сейчас религии у нас, они пришли с юга все, из Палестины. Этого религии до сих пор. Нельзя ослаблять ислам, потому что вакуум сразу же будет заполнен это христианством и другими. Поэтому мы всецело поддерживаем нашу религию, но у нас была еще древняя религия. Тангрианство. Это тангрианство, бог солнца. И то, что вселенский абсолют, это все верно, присутствует, это Аллах, Бог и так далее, но это все умозрительное. А Тангри, Бог Солнца и так далее, они присутствуют каждый с нами, сопровождают нас. Мы никуда не можем деться без Солнца. И вот почему я затронул эту тематику. Дело в том, что Новый год мы все встречаем, и Рождество, и прочее, под диктовку, которая пришла со стороны. А ведь
истинный Новый год приходит с первыми дополнительными минутами после самой длинной ночи. Это 24 декабря. 25. И вот я написал статью как раз об истинном Новом годе, и она есть в интернете, что там прочесть надо, что вот эти понятия и Дед Мороз, и Снегурочка, и елка, все это пришло из Сибири. Празднование Нового года в России началось в середине 19 века, так же, как в Англии. Петр, а принесли? Петр Первый внес это. При Николае Первом. Это началось у нас празднование. А Петр Первый больше так, про западное непонятно. Ну, да. Что? Ну сейчас в фильмах, которые идут фильмы, они могут нарисовать что угодно. То есть всю историю они могут переделать. Вот. А документально это были немецкие ученые, которых Петр Первый привез. Они стали изучать наконец и Сибирь. И увидели они, что там местное население, оно природное полностью, без всяких фантазий. И вот они как раз украшали вот в эту самую длинную ночь елки, все, что у них было. И там появился образ. И Снегурочки мы называем туда, значит, замерзшая, вечно зеленая елка, вот, тоже зимняя. И начинался Новый год с рождения ребенка в эти первые минуты. Это Новый год. А Дед Мороз, это на самом деле, это старый год. Он рождается и в течение года стареет. И он почему приезжает всех с подарками? Он хочет оставить о себе хорошее впечатление. Это его отчет за то, что он делает в течение этого года. Это гораздо более объективнее, чем то, что балаганы, которые устраивают в настоящее время там и в этом и в Европе, и у нас. Но это внедрено уже соответствующим государственным аппаратом и религиями соответствующими. Это вопрос. Теперь последняя научная деятельность, профессиональная, так как с 1961 года из Ташкента, когда меня сюда прислали в аспирантуру, я занимаюсь здесь в Академии наук, в Институте Востоковедения. И специализация – это Ближний Средний Восток, Средняя Азия, история, экономика и социология, в общем, вся эта проблематика. Ну и написано где-то 15 монографий на разную тематику. И последние 6 монографий – это вот во втором десятилетии 21 века. Но одна из главнейших книг – это то, что Раиса Малеховна, я ее представлял, она главная, арабист, Раис. Это ее в основном заслуга. Можно. Дело в том, что академический перевод первый сделал Крачковский. Крачковский, да. Вот. Но у него там были и ошибки, и прочее. Мы в течение многих лет переводя русскоязычную часть изучил. Значит, то, что в России издавалось с 18 века,
И вот последнее издание, это уже где-то с конца 80-х годов, Порохова начала. Лучший перевод, с моей точки зрения, это Кулиев сделал в Азербайджане. Вот, там и Гафуров Алим переводил. И что интересно, Шитфар. Перевод Шитфара, преподаватель наш бывший арабского языка, это Шустер. Ее фамилия Шустер. Она умерла в 96 году. Прекрасная женщина, специалист очень серьезный. Она издала свой перевод Корана. У нее там были ошибки, какие-то упущения. Но что интересно, сейчас она переиздается, и там правки появляются от ее имени. Так делать никогда нельзя. Вот. Но, как видим, есть заинтересованные круги. Это у нас издано в 2012 году. Мы дословно переводили. Дословно имеется в виду, не изменяя смысла. И там, где очень сложный, такой сокращенный текст, который сложно воспринимать, курсиву вставляли, значит, слова, чтобы было понятно. Там иногда без глагола совершенно, без указания персонала, который выступает со своими словами. Это было издано в Уфе уже без нас. Мы оставили текст, там какие-то предприниматели взялись и издали, включая так называемый фонд «Урал» от имени Муртазы Рахимова, президент. Он уже тогда не был президентом. Нам они прислали несколько сот этих Коранов, мы их раздали, там мечеть 150, дирекциям различным. Так что у нас осталось фактически на руках вот единственный экземпляр, который я хочу отдать сюда в библиотеку. Теперь остальное. Вот последние книги. Последняя монография в этом году издана. Несмотря на то, что сопротивление было, вот, у нас все-таки в стране, что бы ни говорилось, но есть пятая колонна. Она работает прямолинейно. Книга замечательная. Она очень гибкая. И она занимает мощные позиции в нашем обществе. Вот, и в институтах, и в других государственных структурах. И, конечно, симпатии делают в пользу Запада, а не Востока. И вот эту книгу, поэтому я вынужден был написать, называется «Второе десятилетие 21 века. Новая большая кровь на Ближнем Востоке». Потому что нас кормят то, что происходит действительно. Это кровавые случаи и в Лондоне, и в Москве, и в Америке, кругом есть. Это, против этого нужно выступать. Тем более, что спецслужбы, западные спецслужбы, они как раз и занимаются подготовкой террористов и оккупированием Ближнего Востока. Кто понимается под этим оккупацией? Свыше 20 военных баз у них на Ближнем Востоке. Они контролируют фактически все страны. Вот, к примеру, могу вам назвать. Вот Афганистан,
где мы вот были с Раисой Малиховной. Там два аэродрома военных построены еще с Советским Союзом. Баграм, Шендан. Они контролируют эту страну. Как только талибы, если выступают по свержению правительства, тут же высаживается десант. Вот вы можете посмотреть в интернетах. Там расписаны все эти операции зондеркоманды, если говорить условно. Стоило только в Кабуле талибам пойти на штурм бывшего королевского дворца, президентского дворца. Тут же с Баграма десант высадился, и они всех перестреляли. Также в Ираке они оккупировали. Ирак вроде бы вывели войска, но оставили достаточную часть для того, чтобы давить, если кто-то выступит. Поэтому там вот Фалуджа есть к западу от Багдада, и Рамади, города, они напоминают собой Сталинград. Многократно разрушали, бомбили, и сейчас в Масуле. Захват Масулы тоже очень дорого обошелся, и в кармане Соединенных Штатов Америки держат курдскую проблему. Потому что курды надеются создать независимое государство, но это будет большая очередная бойня на Ближнем Востоке. Потому что курды проживают в Турции, одну треть территории, в Иране, в Ираке, север Ирака, и в Сирии. И сейчас они провели референдум о независимом Курдистане. А ведь это началось в 90-е годы прошлого века. Американцы там разместили свою авиацию. Стоило Саддаму Хусейну туда сунуться со своими войсками, они все бомбили. Более того, Соединенные Штаты Америки казнили самого Саддама Хусейна, они казнили Муаммара Каддафи, кого это нужно было, и сейчас ситуация, конечно, непростая. Мы можем отвоевать Сирию, сохранив целостность сирийского государства, но вот эти 20 баз и размещение американских вооруженных сил фактически на всем регионе, нам будет очень сложно что ли продвигаться дальше, тем более в самой Сирии американцы открыли дополнительно 3 базы. У нас в Хейниме, там, в Траблусе, вот, и на нас молятся сейчас сирийцы, потому что мы единственная страна, которая восстанавливает государственность этой страны. Вот эта книга, она как раз охватила, значит, такие вопросы. Это главные принципиальные факторы, определявшие трагическую ситуацию на современном Ближнем и Среднем Востоке. Далее шли главы. Гибель ливийской джамахирии, Сирия в огне противоборства, Ирак – острый кризис внутриконфессиональных межэтнических противоречий и Йемен. Идет острая борьба за Ближний Восток, потому что это огромные ресурсы. Ресурсы не только природные ресурсы, человеческие ресурсы и территория большая. А до этого я говорил о том, что сейчас центры
вот, будут определять будущее человечества. Это англосаксы, Китай, Израиль. Европа, Израиль. Израиль, это входит в понятие мирового правительства, а это англосаксонское правительство, вот как раз Израиль там. Это, поэтому я и говорил с самого начала, что этот курс нужно читать в течение года, чтобы разобрать каждый вопрос. И вот, вот это последняя, значит, книга. До этого была американская концепция Большого Ближнего Востока и национальные трагедии, другие книги. Да, еще Тегеран. Вопрос, можно? Каким тиражом она вышла? Какая книга? Вот эта, последняя, вот эта вот книжка. Первая. Да, она 500 экземпляров написана, там фактически 100 так и сколько. Почему мало? Деньги. Это за свои деньги мы печатаем. Дирекция у нее, деньги на ограниченный круг, на себя, можно так сказать. Это в Академии наук сейчас, это во всех институтах. Академический вопрос – это отдельный вопрос. Тут можно долго говорить. Сейчас сами академики с трудом, что ли, выбивают себе жизнь. Вот. Новый Сергеев, на него молится, что он это ФАНО, Федеральное агентство научных организаций, подомнет под себя. Сейчас чиновники владеют наукой, можно так сказать, и то свои условия. То, что я говорил о том, что у татар много сил, для нас главное, в отличие Кавказа, Средней Азии. У нас главное это, ну что ли, у нас сильные головы. Чего? Головы сильные. Я говорю, башка работает у татар, у татар. Согласен. Вот, у тюрков, в отличие от тех регионов, они трудяне. Вот. Они, как и русские, вместе по своему уровню. Вот когда наблюдаешь, например, в Узбекистане есть интеллигенция, но она намного слабее. Таджикистан, Казахстан повыше, Кавказ, там тоже есть интеллигенция, выдающаяся. Азербайджан, есть интеллигенция, но они слабее, чем татары. Это сейчас только вы стали выходить из-под давления в советское время. Это автономная республика, у которой права были весьма заужены. И вот я хочу вам сказать, что вот несколько лиц я вам назову, которые выдающиеся с моей точки зрения. Это, во-первых, Равиль Бухараев. Это он в Лондоне работал на BBC, работал, и мы с ним были знакомы, но меня потрясли последние его книги, и особенно вот это вот, «История российского мусульманства». Он, можно сказать, на этом сгорел, может быть, много сил отдал. Это очень высокоинтеллектуальная работа. Он рассказывал о развитии поволжского этноса. Булгарского. Да, булгарского, мусульманского и так далее. Вот. И я рекомендую, если будет возможность, познакомиться с этим. Далее, что тюрки, татары, произошли с востока, это гуннское движение. Да? Вот, гуннское движение. А у нас есть и авторы, вот, к примеру, Латыпов.
западная теория и те древние государства, вот молодцы, вот ученые славянисты, которые начинают историю русского народа с атлантов, атланты, арии, скифы, славяне и мы, русские, вот так вот. А вот он пишет о тюрках Поволжья, то есть о булгарах, о татарах, что они пришли с запада, но с востока было и с запада то же самое. Это с Апеннинского полуострова, там с до Рима, до Греции. И вот он по картам, по словам определил, что этруски, они имели тоже свою волчицу. Ведь прародительница Рима – это волчица. Вы же видели ее, как она кормит Ромула и Рема. Вот. Она точно такая же, как и прародительница тюрков нас, можно сказать. И вот показывает, как кочевали, не кочевали, а переселялись вот эти тюрки. Причем слова он сравнивает и лингвистически, что многие слова у них, они похожи на наши, нашего происхождения. Вот. Это Италия, затем Средиземноморье, вот это все, затем Турция, Ближний Восток, Греция и, наконец, переход к нам, в Восточную Европу и Поволжье. Но всегда название народа, оно исходит не из недр народа, а правящими кругами определяется. И вот правящие круги, они ложным путем перевели вот этот этнос восточноевропейский, сибирский, под славянизм. Славяне, они несколько, они разные, от Польши до Югославии и Запад, поэтому не принимает нашу теорию, что мы, значит, там третий Рим и так далее. Это сложный вопрос, но это политика двух последних веков. Вот так вот. Теперь у нас это Латыпов. Здесь уже выступал, между прочим, Хусаинов. Он анализирует ряд могильников, памятников в самой Москве и определяет, откуда произошли вот эти понятия. Орда, монголы и так далее. Тоже исследование весьма интересное. А название забыли как? А? Забыли. Хусаинов, Хусаинов и Н. Ильдар Нурмухаметович. Он в Уфе. Вот. Еще одна могила татарского батыра из многовекового забвения, или что есть Московия и Монголия по следам одной верности. Здесь в библиотеке эта книга, и даже более толстая, должна быть. Вот Латыпов, я его просил прислать сюда для библиотеки, как видно, забыл. Теперь комментарий, не только перевод Корана, сделали Раисом Алиховной. Для вооружения нашего населения
не просто Коран читать. Смысл там, там много смыслов. Нужно разобраться. И этим занимались комментаторы. Около 3000 комментаторов в течение, ну, 2000-летий, можно так сказать. И вот Раиса Маликовна Исаружанова, она диктор российского радио, как арабское? Арабское. Исламской цивилизации, они перевели уже 3 тома комментариев Корана, чтобы население самостоятельно могло разобраться в смыслах фраз формулировок в Коране. Тут самые известные комментаторы. Вот 3 тома. Никакой привязки к сурам ко мне. А? Привязок к сурам, прямо на месте. Так вот, я объясню логику. Можно, начиная от Сурат-уль-Фатха, и подряд идти по Корану. Первый том посвящен самому употребляемому сурам. Это Фатиха. Это последние суры. Короткие суры. Но там до этого еще Ясин и Мульт. Сурат-уль-Мульт. Это то, что каждодневно и жизненно употребляется. Этому посвящен первый том. А потом уже идет подряд. Сурат-уль-Бакара второй. Аль-Имран, третий, и дальше это займет приблизительно, если успеем мы, то 6 томов. И тогда будет население вооружено вот этими комментариями. Это новое издание, издание первого тома. Вот. Ну, я прошу прощения, может быть, за сумбур своего выступления. Вот. Но коротко, что я хотел сказать. Нашему народу, не только татарскому, но и всему российскому и мировой культуре и литературе. Огромное спасибо, низкий поклон за столь интересную лекцию, познавательную. Жалко, что молодежи мало, потому что нам нужно сохранять, помнить свои корни, свою историю. Менің рахмет етерсім келі ұралығыға үшім күші болып болған ұл ғалим, мағалим, оның шәкіртләрі бар. Оларға мен күш көт тілі, тазалық. Я вам, вы человек счастливый, потому что вы и преподаватель, и ученый. У вас есть свои достижения, и вы видите достижения в своих учениках. Это большое счастье. Я вам желаю энергии и здоровья, бодрости духом. Вы патриот своей страны. И вы сын своего народа. Да. Спасибо вам огромное. Я знаю, что это маленький юбилей. И вот маленькие такие презенты. Это ваши супруги, цветы. Да. Спасибо вам огромное за поддержку. А здесь вот, да, посмотрите. Маленькие сувениры. Будьте таким, оставайтесь таким. Учитывая то, что в отличие от некоторых общин, наша община неактивна, имеется в виду те, которые располагают средствами. Вот. Это очень зауженное. И мышление тоже зауженное. Потому что если взять
еврейскую общину, ни университеты, и театры, хотя она раз в 10 меньше, чем наша община. Вот так, к примеру. Ну, вам огромное спасибо. Сизгабек Зурахмат, Безнамисамин, Рейса Ханумдан, Хамминнен. Гафу итегес, и мен шундын сон борной Я со своей точки зрения, я верующая, но не религиозная.